Nokia E52.1. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Nokia E52.1 «Разбор». Классическими причинами неисправности или некорректной работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Металлической лопаткой очень аккуратно поддеваем дисплей по всей площади прилегания и снимаем его. Дисплей крепится к корпусу с обратной стороны клеящей пленкой. При установке нового дисплея сначала подключаем коннектор подложки клавиатуры. Затем новый дисплей аккуратно прикладывается к плате. Защелкиваем коннектор дисплея и поправляем боковые кнопки. Далее устанавливаем рамку и фиксируем ее с помощью нажатия пальцами. Все, дисплей заменен.